Еще один вопрос, который в числе первых обсуждали в Доме правительства, ситуация, которая сложилась вокруг распространения коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил необходимость активизировать работу мобильных групп в связи с обострением ситуации. В последние дни количество заболевших COVID-19 выросло. Об этом говорит статистика. Выявляемых случаев в среднем 55-57 в день. Это выше, чем прошлые недели, но при этом то, что ситуация стабилизировалась, это позволяет нам говорить о том, что мы ситуацию держим под контролем. Но важно не держать под контролем, важно снижать напряженность. Олег Николаев поручил руководству районных и городских администраций проводить дезинфекцию общественных мест и усилить профилактическую работу. Глава ЧВШ отметил необходимость усилить работу мобильных групп и подчеркнул, что нужно принимать соответствующие меры наказания к организациям и гражданам, которые пренебрегают мерами безопасности. Следует соблюдать санитарные требования при проведении мероприятий и не проводить их с участием приезжих из других регионов и стран. Минздрав Республики совместно с Роспотребнадзором и Росздравнадзором должны также подготовить варианты развертывания дополнительных коек для лечения больных. Исходя из того, что необходимо нам маршрутизировать три группы заболевающих, это людей, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, людей, которые болеют внебольничной пневмонией, людей, которые заболевают ОРВИ. Исходя из этого, ввиду того, что разные протоколы лечения, разные требования по организации, организовать соответствующую маршрутизацию этих людей для того, чтобы, с одной стороны, обеспечивать четкий медицинский уход за этими людьми, второе, конечно же, обеспечить доступность медицинской помощи.